привет, с вами Диана, и наверняка у вас за весь этот месяц был хотя бы один такой день, когда вам было нереально скучно. И сегодня я вам покажу, что я делаю дома, когда мне скучно. Поехали! Одно из моих самых любимых занятий – это, конечно же, рисование. Я люблю слушать музыку и рисовать. Я знаю, что кто-то из вас обязательно скажет: «Сорян, я не умею рисовать, это не ко мне». Не умеешь рисовать? Так научись! Кто тебе мешает? Открывай любые видео и просто повторяй. Все ссылочки на мои самые любимые каналы, на которых очень хорошо объясняют, как можно нарисовать, будут в описании. Больше всего я, конечно же, люблю рисовать портреты. Вот этот портрет я пыталась срисовать с фотографии своей подруги Альбины, но вышла совсем не похоже. Но не весь же день мне рисовать, поэтому следующее, что я делаю, это смотрю сериалы, фильмы, мультфильмы. И, конечно же, самое мое любимое — это мультики и сериалы. Придумываю идеи для своего канала. Дальше я могу немножечко почитать. Да, многие скажут, я не люблю читать, я терпеть не могу книги. Я раньше тоже не любила читать, но сейчас есть некоторые книги, которые мне нравятся. А следующее, что я делаю, так это печатаю фотографии, заполняя свой личный дневник. Когда мне становится очень скучно, ну прям жуть, воу, все переделала и не знаю уже чем заняться, то я убираюсь. Каждый день я хожу гулять, и я очень люблю большие компании, потому что это очень веселое времяпрепровождение, и с друзьями никогда не соскучишься. На этом все, с вами была Диана, и если вам понравилось это видео, то не забывайте подписываться на канал, ставьте большие пальцы вверх, а также не забывайте подписываться на меня в соцсетях, Инстаграме, Твиттере, ВКонтакте, Фейсбуке, и обязательно подпишитесь на мою официальную группу ВКонтакте, там проходят разные голосования, опросы и так далее. А на этом все. С вами была Диана. Пока!